Тюмени появились аппараты по продаже чистой воды. Услуга новая, и у горожан много вопросов. Откуда течет эта вода и как очищается? И можно ли ее считать безопасной? Мы решили во всем разобраться. Моя коллега Карина Закирьянова отдала пробу воды на анализ. Давайте посмотрим, какие результаты она получила. Такие аппараты по очистке и продаже воды все чаще можно увидеть в нашем городе. Обычно они стоят в торговых центрах, либо вмонтированы в стены жилых домов. В принципе, нам тоже стало интересно, что это за вода такая, так что попробуем набрать. Инструкция здесь есть. Начинаем. Аппарат принимает мелочь, купюры и даже банковские карточки. Цена за литр очищенной воды 3-4 рубля. Это дешевле, чем бутилированная из магазина. Пахнет, как в медицинском кабинете после кварцевания. Причину специфического запаха объяснил предприниматель, который уже 2 года занимается этим бизнесом. В городе у Вадима Никонорова около 60 автоматов. Запах появляется после того, как потребитель по своему желанию нажимает на кнопку «Озон» и таким образом дополнительно стерилизует свою тару, которую он принес. Эта технология сейчас используется в медицине. Бизнес-идею придумали в Перми. Там павильоны стоят почти в каждом дворе. По сути, это автомат с многоступенчатым фильтром. Сначала это механический 20-микронный фильтр, потом активированный уголь, только кокосовый мы устанавливаем. После этого идет 20-микронный фильтр. Вода, которая проходит через фильтр из городского водопровода, платит за нее предприниматель. В ТСЖ подтвердили, в автоматах свои счетчики воды и электричества. Мы поставили не для того, чтобы жильцы экономили. Экономии здесь буквально никакой нет. Мы приблизили ту категорию граждан, получает достаточно низкую заработную плату, либо пенсия низкая, чтобы они каким-то образом получали, имели возможность получать себе очищенную воду. Но чище ли такая вода, чем та, что льется в квартире из-под крана? Ответ найдем в лаборатории. По нашей просьбе специалисты провели химический анализ и сделали вывод. Вода соответствует нормам, но экспертов смутил запах. Все-таки он сильнее, чем должен быть в очищенной воде. Вот. А по таким показателям, как мутность, цветность, жесткость, марганец, железо, pH, она полностью удовлетворяет всем требованиям гигиеническим. А можно ли сказать, что она чище, чем питьевая, вот из-под крана? Да, она чище. Воду можно пить. Кстати, пока мы снимали этот сюжет, аппаратом воспользовались несколько человек.